Меридиан Энерго и Банк ВТБ на поле. Вывеска матча отличная. Команды хорошо знакомы друг другу. Немало встреч провели в предыдущих соревнованиях. Две очень атакующие, очень грамотные команды. Конечно, сразу бросается в глаза многим, что в составе Банка ВТБ сегодня нету Бонадысенко. Но зато есть Душкин. Душкин и Карнаушевский, так что есть кому забивать. Итак, вспомним мы, как в прошлых сезонах команды встречались. Здесь статистика в основном на стороне Меридиан Энерго. В 2016 году ничья 1-1 и победа Меридиана. В 2017 в первой половине у Меридиана две победы, 2-1 и 3-0. В осеннем сезоне, что было, расскажем позже, потому что уже мы увидели гол Меридиан Энерго. Снова отличается Идрисов. 1-0. И меньше минуты потребовалось Меридиану, чтобы счет открыть. Так вот, во второй половине 2017 года у Меридиан победа 3-0 и ничья со счетом 2-2. Сегодня Меридиан на первых минутах, конечно, феноменальную результативность показывает. Забили Сбербанку. Секунд за 30. Сейчас Банк ВТБ забивают за минуту. И сейчас наверняка все тревожнее становится Татнефти. Потому что Меридиан будет еще сегодня с нефтяниками встречаться. И наверняка постарается взять реванш за разгромное поражение в первом вынесенном туре. Идрисов сегодня невероятно заряжен на голы. Душкин пытался скорость набрать на ближней к нам бровке. Но пока его не видят партнеры. Может быть, не до конца еще к нему привыкли. Карнаушевский изловчился пробить в падении. Глядь за с мячом. Игрок Меридиана попросил сейчас паузу для того, чтобы привести амуницию в порядок. И вот эта пауза возникает по причине нарушения со стороны ВТБ. Так, смотрим штрафной. Со штрафного Меридиан еще сегодня не забивал.
Блядь, за невероятное спасение. Джама. Недопоняли его партнеры. Глядзе вынужден снова выносить мяч подальше и безадресно. Меридиан очень уверенно начал, но кажется, что запас сил сейчас не такой большой у Меридиана, потому что второй матч они проводят практически без перерыва. Так что надо постараться уже в первом тайме забить, ну, больше одного мяча. В втором тайме еще тяжелее будет играть Меридиану. Интересную комбинацию на втором этаже сейчас провели меридианы. У Ажнова сегодня есть уже голевая передача. Пиджама. Вынуждены были футболисты Банка ВДБ последние минуты играть без мяча. И здесь, теперь уже обладая мячом, пытались они слишком не торопиться, вспомнить ощущение мяча в ногах, привыкнуть к нему. Но в итоге мяч опять потеряли. Моментов у Банка ВДБ в первом тайме попросту не было. И на поле у Банка ВДБ готовится выйти без рукавников. Все соперники отошли на 5 метров. Свисток, можно вводить мяч в игру. Последняя минута первого тайма. Глядзе показывает, что некому мяч бросать. И без рукавников на поле. Сейчас, возможно, Душкин больше пойдет в нападение. Yeah!
20 секунд, как раз время на последнюю атаку. Но Идрисов мяч в центре потерял. С ударом заканчивается первая 10-минутка. Пока минимальное преимущество Меридиан 1-0. Все равно не получится. А, у тебя только один? Второй тайм начинается при счете 1-0 в пользу Меридиан Энерго. И такой же счет по фолам. 1-0, но здесь цифры открыты у банка ВТБ. Пока очень ровная, хорошая игра с мячом. Меридиан проводит времени намного больше, чаще атакует. ВТБ продолжает ждать шанс на контратаку. С рукавников на перехвате. Очень торопится ВТБ с атаками. Может быть, стоило сначала просто мяч покатать, подержать, всем по позициям расставиться, а потом уже быстреющие передачи делать. Но игрокам виднее. Они на поле. Они сами чувствуют, когда нужно атаку начинать. Идрисов, как же он к мячу успел. Против Корнаушевского сразу три соперника. Душкин продолжает играть защитника даже после появления Безрукавникова. Рукавников, потеря. Идрисов снова очень близко к голу, но не гол. Минимальное количество моментов в этом матче. То есть вряд ли по прошествию оставшихся 6,5 минут мы увидим крупный счет на табло. Но тем интереснее. Скамейка банка ВТБ подсказывает своим товарищам побыстрее, поактивнее двигаться. Не давай, значит, пока. Да, кому давай? Да, давай. Ближе. Игра рукой.
1-1 по нарушениям правил. Что, бычок не работает? Я просто... В первом матче сегодняшнего дня мы увидели очень нервную концовку, и, судя по всему, история повторяется. Все больше криков и восклицаний, индивидуальных единоборств. Решающие 5 минут. Банк ВТБ постепенно смещает акцент к атаке. Уже оставляет только одного защитника. Душкин все чаще идет к чужой штрафной. Идрисов. Моментов у него много. Много мажет, но ему позволительно, ведь он сам для себя эти моменты и создает. Здесь Корнеушевского сбили. Второе нарушение. Мяч установлен на границе центрального круга. Безрукавников может попробовать отсюда пробить. И удар последовал. Кстати, такой неприятный для вратаря выстрел, потому что мяч перед воротами неожиданно устремился вниз, клюнул паркет. Помнишь, Кость, в конце тура нужно символическую сборную? Два нападающих лучших, два лучших защитника и вратарь. Давай. Но ты единственный будешь по всем матчам увидеть. То есть я буду ходить постоянно. Вот Андрей тебе может помочь, да? Душкин снова в роли разыгрывающего. Тут же смысл не в том, кто играет всегда хорошо, а тот, кто именно сегодня играл хорошо. А это ты можешь смотреть. Пытается быстро мяч в поле вести без рукавников. Получается это сделать. Душкин хорошо к мячу приложился. Прошел заброс на Идрисова. Мяч даже через Безрукавникова перелетел. Вот
Уже вовсю идет последняя чистая минута. 44 сейчас на секундомере. И банк ВТБ полевого игрока выпускает вместо голкипера. Момент, штанга, добивание 1-1. Карнаушевский сравнивает счет, сработала эта ставка на атаку, и на свою позицию возвращается Галиадзе. Сам? Сам, да? Я ответил. Да, Меридиан сейчас, конечно, раздосадован. Так ударно начали. Быстро удалось гол забить, и первый тайм остался полностью за Меридианом. Тут в концовке за 30 секунд до финального свистка пропустили. А Жнов в чужой штрафной сейчас. Доверного пытались разыграть. Но время на одну атаку еще есть. Главное сейчас Меридиану мяч не потерять, а то будет совсем обидно. Если за 40 секунд 2 пропустить. Идрисов. Удар. 2 секунды, но пас и удар, только на это есть время. Пас. Удар. Все, 1-1. Боевая ничья.